Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем плюс 2, плюс 7. Местами до 12 тепла. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, минус 2. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 6. Наша юная гостья Луиза Гагуева – частый лауреат различных хореографических конкурсов. Она солирует в народном хореографическом ансамбле «Кавказ». Почему для нее в приоритете национальные танцы? Каким качеством они ее научили? Какой у нее любимый танец и о чем она мечтает? В эти минуты в нашей студии юная танцовщица ответит моей соведущей Бели Джазаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Луиза! Спасибо тебе, что ты пришла сегодня к нам. Вот с тех пор, как мы с тобой не виделись, ты уже стала студенткой, ты уже стала взрослой, красивой девушкой. И, конечно, это интересно. Я помню тебя маленькой, как ты только начинала танцевать, а танцуешь ты уже, насколько я знаю, около 10 лет. Вот почему тебе нравятся танцы? Вот деток часто отдают на какой-нибудь кружок. А я знаю, что ты увлеченно этим занимаешься. Солируешь в Кавказе, постоянно сбегаешь, постоянно танцуешь и круглосуточно, можно сказать, этим занимаешься. И более того, я знаю, что ты любишь очень национальные танцы. Расскажи. Да. Ну, на танцы я пошла еще в очень маленьком возрасте. Как сказать, мама меня заставила, я через слезы заходила в зал. А теперь, как мы смеемся, через слезы выхожу из зала. Все время в зале, все время сбегаю с колледжа, с дома, все время на танцах. На самом деле это правда мое. Я не знаю, с чем это связано. У меня раньше в семье танцевали, некоторые члены семьи тоже танцевали. Может, это от них. Я думаю, что в первую очередь это мои руководители, которые привили мне огромную любовь. На данный момент у меня мой самый любимый, самый лучший руководитель Фугаев Эдуард Георгиевич. Ну, мой второй отец, если честно. И благодаря ему у меня вот такая огромная любовь к этому делу. А почему именно национальные танцы? Вот скажи. Так как-то получилось, если честно. Начинала с восточных, потом перешла на национальные. Мама меня уговаривала, Луза, это надо, Луза, ты живешь в такой республике, чтобы выйти на свадьбу, не опозориться. Ну и пошла, как говорится, на свадьбу, осталась для сцены, для всей оставшейся жизни. А у тебя есть любимый танец? В принципе, все, но могу выделить мой личный танец, сольный. Это лирический танец, бабочка я его называю. Мне его тоже ставил мой руководитель, Хугаев Эдуард. С этим конкурсом выступала, точнее, с этим танцем была на многих конкурсах, занимала призовые места. Да, да. И, если честно, очень люблю этот танец и прям горжусь им. Но почему-то танцы ты не сделала своей профессией. Я знаю, что сейчас ты учишься на юриста, на социального работника. Почему? Ну, когда стоял такой вопрос, куда поступать, в нашем городе я не очень хотела оставаться, хотела куда-то уехать, в другое место, но была маленькая, так сказать. Поэтому решила пойти на какую-нибудь специальность, а потом немного подрасту, когда уже уехать в другой город. И вот на следующий год планирую уехать в Владикавказ и исполнять свои мечты. Угу. А вот каким качеством тебя танцы научили? В первую очередь, конечно, дисциплина. Дисциплина во всем и, наверное, целеустремленность – это вот самое главное. Дисциплина и целеустремленность – самое первое в танцах, и потом самое первое по жизни очень помогает это все. Луиза, я желаю тебе огромной удачи в жизни, я желаю тебе творческих успехов, такого же полета фантазии. И спасибо тебе за то, что ты была гостьей нашей сегодня. Вам спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9:00 продолжит программы Ногайской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14:30. Хорошего продолжения дня. До встречи в эфире. Скидки? До 80%? Да! Распродажа в 585 золотой. Украшения со скидкой до 80%. Надо брать 585 золотой. Дарите эмоции. Биберленд. Миру сыр. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение.
Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Безопасное лечение катаракты в клинике 3Z. Пройдите диагностику и сделайте операцию всего за один визит. До конца зимы диагностика перед операцией бесплатна. В клинике действуют строгие меры профилактики коронавируса. Запись по телефону 8 800 333 41 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.